У нас здесь кругом снег, все в снегу. Сегодня 1 декабря, настала зима наконец-то. Или не наконец-то. В общем, все вы, наверное, смотрели фильм с Леонардо Ди Каприо, «Начало» называется. Там создавался такой эффект параллельной вселенной. И очень необычный, очень крутой. И сегодня мы попытаемся его повторить. Мы создадим фотографию, такую развернутую. Для этого нам нужен дрон. Дрон у нас есть. Мы по чуть-чуть будем взлетать дроном и плавно опускать камеру вниз. Нам нужно будет сделать где-то около 5 фотографий. Последняя фотография будет, когда камера будет смотреть вниз, и такую панораму сверху мы снимем. Потом все это склеим, и получится крутой эффект. В общем, я погнал взлетать, потому что здесь холодно. Let's go! Первую фотку мы делаем на высоте 20-30 метров, дальше отлетаем где-то на 5 метров и поднимаем дрон на высоту 50-80 метров. Немножко опускаем камеру вниз. На третьей фотке высота у нас 90-120 метров и дальность от первой фотки 10 метров. И четвертая, последняя фотка, высота 150-200 метров и дальность 80-150 метров. И я просек, что оптимальным есть именно 4 фотографии, то есть 4 фотки, то что вам нужно. Обрабатывать фотографии мы будем в фотошопе. Здесь с помощью Crop Tool изменяем высоту нашей рабочей зоны. Добавляем вторую фотку в проект. Во второй фотке я попал в кадр, нужно обрезать. Теперь нам нужно разместить эти две фотографии так, чтобы они сливались. С помощью Wrap мы можем искажать эту фотографию так, чтобы она очень хорошо подходила к первой фотке. Дальше на слой второй фотографии мы накладываем маску и с помощью Brush Tool будем стирать лишнее. Используйте в этом случае именно маску, потому что вам потом будет легко вернуть то, что вы стерли. Черный цвет у нас будет стирать, а белый цвет у нас будет возвращать то, что мы стерли. Вот мы вытираем, все круто получается. И то же самое проделаем с третьей фоткой. С помощью Wrap Tool мы ее немножко искажаем, так чтобы она подходила к второй фотке. И потом на границах с помощью маски мы немножко вытираем и тем самым связываем обе фотографии. Дальше заливаем четвертую, последнюю фотку. И тоже с помощью Wrap Tool мы ее немножко искажаем. Добавляем маску на слой и опять вытираем. Смотрите, у нас здесь дороги сошлись почти, но они не совсем сходятся. Здесь мы будем работать с перспективой. И с помощью перспективы мы немножко сузим дорогу и наложим вот эту вторую дорогу, которая уходит в бок. Теперь у нас две фотографии сошлись, и с помощью маски мы опять стираем лишнее по краям фотографии. Все фотографии у нас склеились, выглядит все довольно круто. Теперь с помощью Crop Tool мы обрежем лишнее. Выглядит хорошо, но теперь нужно приблизить и посмотреть, где-то мы, наверное, налажали. Вот здесь есть провода, и они просто уходят никуда. Нужно их убрать. С помощью штампа мы будем размножать снег и тем самым убирать эти провода. Все получается, все четко. Все, мы закончили, фотка готова, все круто. Это был мой инстаграм, эти фотки длинные, и они очень хорошо подходят именно для сторис. И в свой инстаграм я буду постоянно выкладывать такие сторис. Также у меня там очень много фоток именно с дрона. Все выглядит очень круто, заходите, подписывайтесь. А дальше у нас идет вторая фотография. Я специально хочу показать на примере двух фотографий, чтобы было более понятно и не было лишних вопросов. Но если возникнут вопросы, пишите их в комментариях. А сейчас погнали обрабатывать вторую фотку. Во второй фотографии все делаем так же, по той же схеме. Добавляем вторую фотографию. С помощью Wrap Tool мы ее искажаем. Соединяем с первой фотографии. С помощью маски стираем стыки так, чтобы они сходились. Объединяем здесь деревья. Кущи, все, чтобы было четко. Иногда может понадобиться несколько раз искажать фотографии так, чтобы они подходили лучше друг к другу. Здесь на третьей фотографии расширяем дорогу, чтобы она сошлась со второй фотографии. Опять с помощью маски стираем стыки. Здесь делез так аккуратненько, чтобы все сошлось хорошо.
Также здесь у меня рука была скрыта за второй фотографией. Загружаем последнюю фотку и, как всегда, с помощью Wrap Tool искажаем ее, так чтобы дорога сошлась. Так, все ок. Добавляем маску и опять стираем стыки. Все круто выглядит, и уже фотка выглядит хорошо. С помощью Crop Tool убираем лишнее. Приближаем нашу фотографию и смотрим, чтобы не было ничего лишнего. И лишнее убираем с помощью штампа. Иногда отдельным слоям нужно сделать цветокоррекцию. Здесь в слоях мы можем создать отдельный слой, который будет изменять твою схему. И с помощью маски мы наложим эту схему на определенный слой, который нам нужен. Мы дублируем наш слой с цветокоррекцией и тоже выставляем Clipping Mask. Тем самым в каждом слое мы можем подправить цвета и насыщенность. Все, фотография готова, еще потом в Lightroom я немного ее обрабатываю, но это уже отдельная история. Вот наш результат, все круто. Эту фотку я тоже залил в свой Instagram, заходите, посмотрите более подробно. Ничего сложного в этом нет, попробуйте, и у вас получится. Но есть более сложный вариант таких фотографий, если делать их в городе. Там множество объектов, дома, и склеить такие фотографии намного сложнее, чем как у нас было: дорога, лес, поле. Советую начинать именно с таких фотографий. Но если вам понравилось и вы хотите еще одно видео про то, как делать такие фотографии в городе, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и сделаем и такое видео. Погнали!